Сегодня мы едем смотреть Биг Будду. Ю-ху! Биг – это значит большой. Ребята, вот так мы выглядим вчетвером на одном байке. Это ужас. Брутально. Приехали в кафе. Здесь так все прям придорожное кафе прям. Мы просто здесь вчера проезжали, и много народу здесь сидело. Мы хотим попробовать здесь, мне кажется. И здесь иностранцы также сидели. Мы хотим попробовать. Ну вот по ценам мы посмотрим по менюшке. В среднем 50-60. Ну как везде. Сейчас будем пробовать. Я сейчас прошу у них поснимать. Я пошла снимать. Can I take the video? Okay. Это посол. Сделали. И еще. Нарезают овощи. Вообще, как они режут чеснок и даже не плакают? Можно же плакать. Все, относит это к нему. Очень вкусно. Там есть мяско, капуста, морковка, где цветочка. Ой. Еще и яйцо. В общем, это кокосовый суп с курицей, с грибочками. Попробуем. Он кисленький, он с имбирем, с кинзой, я чувствую. Листом, он с кинзой, он безумно вкусный. Теперь нам принесли том-ям. Морепродуктами. Пахнет такой обжаркой какой-то. А мне пахнет, как будто это картошка. Нет, там картошки, дочь, нету. Пробуем. Слушай, прикольно, это вот необычно. Тоже такой вкус цитрусовый, да? Но они что-то обжарили, какую-то вот это вот что-то приправа какая-то, видишь, черненькие, да. И она такая вот именно обжарка вот на вкус. А это остренько. По вкусу. Ну да, очень что-то остренько. Но по ощущениям такой прям наваристый какая-то. Наваристость чувствуется. Креветочки мне нравятся, как чистят, смотри. Да, креветки очень удобно чистят. Их за хвостик. Потянул за хвостик, и она вся. Ну так вот, за хвостик берешь. Слушай, ну здесь вот, конечно, плохо почистили. Голову оставили. А так вот так должна быть, в таком идеале. Вот так вот берешь. Горячая. Так, да? Было очень вкусно, и в конце еще официантка угостила девчонок русскими конфетами коровка. Покажи, Полин. Полин, ты знаешь, что это такое? Коровка. Из чего делается? Из чего? Из сгущенного молока. За обед мы заплатили 340 бат. Мы покушали, и сейчас мы едем к Биг Будде. Дорога, посмотрите, какая прикольная. Здесь очень живописные места, но дорога очень крутая, подъем вверх. Еще воздух такой вкусный. Воздух вкусный, да, чистый воздух очень. Я думал, мы всем семейством не поднимемся на таком мотоцикле. Ничего, прет.
Вот поворотик. Все, мы уже выезжаем. Он реально большой. А там еще какой-то маленький золотой, видел? Ребят, смотрите, какой туалет прикольный. Вот это мужской, там женский. Из бетона сделано, под дерево. Так прикольно состарили. Такой трухлявый пень, бревно валяется, да? И в нем туалет, прикольно. Очень красиво. Ну-ка, а вот это дерево настоящее. Смотри, как сделали, посмотри. Вообще одинаково. На Катю дели юбочку. Юбочка бесплатно стоит, там только пожертвования. По своему усмотрению, сколько положишь. Вот. Мальчикам не надо. Страшилка. Ага. Но это какое-то божество, поэтому на божество, скорее всего, страшилка не надо говорить. Тайский флаг. Вау. Посмотрите на это. Короче, за 7 минут здесь можно это Мы тоже решили внести свой вклад пожертвования на строительство храма Великого Будды вот сюда, в коробочку с пожертвованием. Молодец, блин. Не надо это. Это мраморная плитка, которая используется, видимо, на Будда клея. Отделку. Если потом это пожелание будет увековечено, по сути. Не думаю. Она смывается же. А здесь находится 32 Будда. Перед ними стоят 32 чашки. И вот там есть место, где можно разменять деньги. Вам выдадут чашечку с 32 монетками. Это 32 монетки каждому Будде на здоровье 32 органов. Великий Будда, который по размерам 45 метров, а вернее, это не просто Будда, это целый храмовый комплекс, сейчас находится в состоянии строительства. Строительство началось в 2000-е годы и длится очень долгое время. Почему? Потому что строительство ведется только на деньги, собранные с пожертвований. Все в незаконченном состоянии. Посмотрите на эти ступеньки, как будто бы прям действительно на стройке находишься. Эти прутья торчат вон. Ну, красота и величие. Да, ну будто видно, что в таком законченном состоянии, в принципе. Вот. А комплекс
недостроено еще. Будда покрыт мраморной плиткой. Животным мне здесь нравится. Они здесь в таком релаксе находятся. Вообще, смотри. Тоже какие-то пожелания написаны. Весь Будда покрыт вот такой вот мраморной плиткой. Слушай, ну тут стройка прям. Стройка с стройкой. Вон плитка, смотрите. Вот эти вот штучки с пожеланиями. Ну вот смотри, помнишь пожелания? Да-да-да, ты правильно говоришь, что это могут плитки собраны уже именно с пожеланиями, там где мы были. Вот даже видно, что здесь что-то было написано, Кать, смотри. Вот, все, что осталось. А-а-а. Понимаешь? Просто все направлено на то, чтобы собрать денежку на строительство. Ребят, существует три версии. Почему был построен комплекс Будда именно на Пхукете? По одной из версий, власти Пхукета решили дать фору своим коллегам с острова Самуи, где есть большой Будда, но там он размерах гораздо меньше, 12 метров. По второй версии, жители Пхукеттауна решили отгородиться от испорченных туристов с нечистыми помыслами. И третья версия гласит о том, что здесь пересекаются некие потоки силы, которые очень ощущаются. Ну, не знаю, насколько сильно они здесь правда ощущаются. Может быть, когда здесь нету таких толп туристов, здесь действительно можно что-то ощутить. Смотрите, ребята, какие розы. Доча, это, мне кажется, не роза. Я думаю, что это роза. Это не роза. Мне кажется, мама нас, простите, она знает. Лучше бабушка спросила. Ага, да ты что? Ну, смотрите, какая милая лавочка. Как раз для двоих девочек. Для одной. Да, Никусь? Нет. Для двоих? Для троих? Очень красивый вид открывается. Большую часть острова. А вон там неподельно летит. Мне нравятся вот эти вот там острова. Вон там остров, там. Вон там маленький туда совсем. Туда можно поплыть? Да, прикинь. Что, поплывем? Вплавь. Почему? Вон лодки, на лодке. Отпечаток ноги Будды, отпечаток седалища Будды. Это отпечатки руки. Здесь это все пожертвуют и пожертвуют. Мы спустились от Будды и заехали в небольшую деревушку. Решили тут покататься по улочкам. Очень интересно, тут красивые коттеджи настроены.